Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп вновь усомнился в месте рождения Барака Обамы и, следовательно, его гражданстве и легитимности нахождения на посту главы государства. Выступая на симпозиуме чернокожих женщин Америки, Хиллари Клинтон назвала Трампа лжецом. Мы знаем, кто такой Дональд. За 5 лет он преуспел в распространении этой вопиющей лжи, чтобы объявить вне закона нашего первого чернокожего президента. Вся его кампания была построена на этом. После критики в свой адрес Трампу все-таки пришлось признать очевидное. Обама был рожден в США. Президент Барак Обама родился в США. Точка. Обама отреагировал на слова Трампа спокойно. По его мнению, у президентской кампании есть более важные вопросы для обсуждения. Президентская кампания достигла нового уровня безобразия. После нескольких недель относительной сдержанности и попыток выглядеть настоящим кандидатом в президенты, Дональд Трамп вернулся к дерзким атакам. В интервью он отказался сказать, верит ли, что президент Барак Обама родился в США. Таким образом, вновь инициировав словесную перепалку относительно фактов, которые уже были проверены, развенчаны и отменены за несостоятельностью. Он также обвинил Клинтон в том, что это она подняла этот вопрос в 2008 году, что является ложью. Почему же Трамп настаивает на своем? Возможно, потому что его рейтинг вырос за последние дни, вселяя в него уверенность в победе. А демократы с ужасом смотрят в будущее. По иронии судьбы, это может стать секретным оружием Клинтон. Страх перед победой Трампа, возможно, заставит некоторых демократов и неопределившихся избирателей зажать нос и проголосовать за Клинтон.